Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Я хочу рассказать про три основы. Если тебя спросят, какие три основы обязательно знать каждому человеку, то скажи: познание рабом своего Господа, свою религию и своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Если тебя спросят, кто твой Господь, то скажи: мой Господь Аллах, который взрастил меня и все миры своими милостями, и Он мой Бог, которому я посвящаю поклонение. Нет у меня помимо Него того, кого я посвящаю поклонение. Доказательство этого является в слова Всевышнего: вся хвала Аллаху Господу миров. 1 сура, 2 аят. Вся хвала Аллаху Господу миров. В этих аятах объединяются все три вида единобожия. Вся хвала. В этих словах содержится подтверждение единобожия в божественности Аллаху. В этих словах содержится подтверждение единобожия в именах и атрибутах Господу миров. В этих словах содержится подтверждение единобожия в господстве. Если тебя спросят, как ты познал своего Господа, то скажи: по его знамениям и творениям. К его знамениям относятся ночь и день, солнце и луна. Его творениями являются семь небес и семь земель, и те, кто в них, и все, что между ними. Доказательство этого является высказывание Всевышнего. Среди его знамений ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, который сотворил их, если вы ему поклоняетесь. 41 сура, 37 аят. Всевышний также сказал: «Воистину ваш Господь Аллах, который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на трон, Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце и луна, звезды, все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров». 7 сура, 54 аят. Тот, кто является Господом, тот и достоин поклонения. Доказательство этого является высказывание Всевышнего. О, люди, поклоняйтесь Всевышнему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас. Быть может, вы устрашитесь, Он сделал для вас землю ложем, а небом кровлей. Низвел с неба воду и взрастил ее плоды для вашего пропитания. Посему никто не равняется с Аллахом сознательно. 2 сура, 21 аят. 22 аят.